Ничего в доме денег нету. Нету в доме папирос. И последнюю монету проглотил домашний пес. Так случилось, из кармана тряс хозяин табачок и случайно-преслучайно обнаружил пятачок. Он подкинул ту монету, дескать, с деньгами пока. Пес подпрыгнул, раз и нету пятака. Пса хозяин так ругает, разобижен и сердит. Он собачке предлагает на веревочке магнит. Только пес глядит с ухмылкой и закрытым держит рот. Он надумал стать копилкой и копить на бутерброд.